10 самых популярных персонажей, которых россияне хотят видеть в качестве талисмана чемпионата мира, это амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот. Главными атрибутами будущего талисмана россияне считают футбольный мяч и бутсы. Свисток, часы, перчатки и рюкзак болельщики назвали среди других аксессуаров персонажа. Также он должен быть спортивным, так считают 32% участников опроса. Азартным хочет видеть героя 31% болельщиков. Командным игроком 29%, умным 26% и благородным 23%. На втором этапе кампании организаторы пригласят студентов художественных вузов поработать над своими вариантами дизайна талисмана на основе 10 самых популярных персонажей. После подачи эскизов специальное жюри определит 3 лучшие работы. Они будут представлены для всероссийского голосования. Церемония представления официального талисмана чемпионата мира по футболу в России состоится в 2016 году.